солдаты, товарищи офицеры, бойцы, сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы приветствовать вас. У нас появляются новые знаки, новые даты. Не только старые, которые проявляются у нас со времен наших отцов и дедов, а те, которые имеют непосредственное отношение к нам. Сегодня мы собрались с вами здесь по итогам Дебальцевской операции, боев за Дебальцево, которые привели к тому, что большинство из вас, участвующих в этих операциях, проявили героизм, сделали все, что смогли. И пока, к сожалению, Дебальцево не наше, но так будет не всегда. Я знаю, как наши подразделения работали на этом Дебальцевском выступе рядом и в Углегорске, там, где вот непосредственно командовал тогда командир батальона «Свитязь», ныне замглавы национальной полиции Фацевич, своим подразделением, в самом Дебальцево, по этой дороге, по которой постоянно курсировал Илья Киева, по подразделениям национальной гвардии, которые там две самые, так сказать, жесткие ночи дежурили и пересекали прорывы. Все это очень важно, все это нельзя упускать. Все это нельзя забывать. Я хочу вас поблагодарить за службу, пожелать вам всего самого хорошего, вручить государственные награды, а перед тем почтить памятью тех, кто тогда погиб. Действительно, в тех самых операциях и в боях и за Дебальцево, и Никишина, и Ольховатку, и Булавинка, тот выступ, в которых шли бои, и должны знать граждане, знать все, и не только украинцы, приезжие, гости, и весь мир должен знать, потому что мы с сильным противником воюем достойно. И воюем в первую очередь не техникой, не оружием, а достойно это благодаря хорошим бойцам. Благодарю вам. Спасибо. Полиция громадської безпеки особливого призначення. Служу народу України. Хочу сказати большое і огромное спасибо нашим волонтерам, які нам завжди допомагають. Спасибо вам. Я правду надо говорить, сколько бы государство не заботилось, всегда теплота и точность, которая помогает вы, это очень важно. Спасибо вам большое. Мы тогда, да, действительно работали по Дебальцево наравне с вами, кто помнит, тот помнит. И нам бы очень хотелось, чтобы в будущем вспомнили всех волонтеров, кто тогда работал. И в первую очередь того, без которого был бы невозможен зеленый коридор. Андрей Галущенко, позывной Эндрю, посмертно. Был министр обороны Полторак Степан Тимофеевич. Добрый день. Значит, и я пользуюсь случаем, что Полторак Степан Тимофеевич не всегда был министром обороны, а еще был командующим национальной гвардии. И все никак не придет на наше мероприятие. Я хочу перед строем вручить ему видзнаку нашу, как захистнику Мариуполя. Потому что Степан Тимофеевич был один из тех, кто участвовал в планировании и в реализации этой операции, когда мы Мариуполь защищали и не давали
гробу. Степан Тимофеевич, прошу аплодовать. Слава Україні! Героям!